Центр подготовки церковных специалистов имени святителя Игнатия Брянчанинова в день памяти своего небесного покровителя 13 мая в 16:00 приглашает студентов, педагогов, выпускников разных лет рассказать о своих успехах, поделиться опытом практической деятельности на приходах, порадоваться встрече, общению, обменяться добрыми воспоминаниями и вспомнить счастливые моменты студенческой жизни. Встреча начнется молебном к святителю Игнатию о развитии православного образования и просвещения в Красноярской митрополии. Также планируется выступление певческого отделения центра, круглый стол «Современное богословие», «Взгляд Запад-Восток» и общая фотосессия. Встреча пройдет в актовом зале архиерейского дома. Подтвердить свое участие можно по телефонам 8-391-22-77-390 плюс 7-983-362-82-05 или отправить заявку на участие в электронном виде. Семинарии 24 @mail.ru